Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Да, это очень, видите, какой хороший, действительно, это какой хороший пример. Ну, наверное, каждый замечает, что у других я вижу все недостатки. У себя, в общем-то, почти ничего не вижу. Никогда я себя не осуждаю. Очень редко, когда... Ну, если то, что вот дал промах, вот, ну, промахнулся, не надо было так. Да, а в общем-то я хороший. Вот речь идет о чем. Если человек будет наблюдать хоть немножко за собой, он увидит. И чем умнее человек, тем больше увидит, насколько он глуп. Умный человек видит свою глупость. Глупый никогда не видит. Всегда хорош. Кстати, показатель, объективный показатель, по которому можно, ну, хоть немножко судить, что называется, о себе. Умный видит, что он не умный. Ум – это действительно есть взор, это глаз. Если глаз нормальный, то и видит, да, сколько дряни в нем. Так вот, если человек, когда внимательнее посмотрит на себя, то увидит, сколько он делает не только глупостей, а сколько делает он вопреки совести своей. Вот что. А увидит этого, тогда поймет, какое бревно в нем сидит. И другое, если ты, голубчик, не будешь этого бревна вытаскивать из своего глаза, что ты лезешь тогда в другое? Ты не знаешь его душу, не знаешь, как он воспитан, в какой среде рос, какие у него задатки природные, даже наследственные, ты же ничего не знаешь. И ты лезешь, его осуждаешь. Вынь прежде вот это бревно из себя. Тогда поймешь, может быть, как помочь человеку, может быть, освободиться и от какого-нибудь сучка глаза брата твоего.